посвященные 105-летию со дня учреждения пограничной охраны, объявляются открытыми. Футболисты в синих майках, учащиеся гимназии Марем. С начала первого тайма стараются атаковать, но забить мяч в ворота соперников не удается. Предпринимают любые попытки приблизиться к штрафной, иногда даже рискуя собственной защитой. Точные дальние пенни не приносят результата. Еще несколько минут игры проходят без каких-либо изменений на табло. Играем против лицейской школы. Играют хорошо. Знаю их тренера, сам тренировал меня. Ну, пока счет 0-0. Надеюсь, в втором тайме реализуем момент, который в первом не реализовали. А кто больше всего проявляет инициативу, вы или оппоненты? Точно сказать не могу. Играем на равных. Нету такого, чтобы кто-то больше доминировал. Будем пытаться взять игру на себя. Но мириться с ничьей на промежуточном этапе их соперники, футболисты Назрановской 19-й школы, не стали. К концу второго тайма игроки в зеленом забивают победный гол. На поле готовятся выйти учащиеся столичной школы номер один. Нас собрал наш учитель физкультуры Аслан Левич. То есть он выбрал тех, кто более, ну, лучше всех играет. И вот мы немножко потренировались, и вот тут сегодня будем выступать тут. А вы давно увлекаетесь футболом? Да, достаточно. Лет 7, наверное. Турнир по мини-футболу посвящен круглой дате в истории пограничных органов. 28 мая исполняется 105 лет со дня образования. Проведение подобных мероприятий позволит детям из разных школ познакомиться, проявить себя, получить новый опыт, ну и проникнуться историей пограничных органов. Участники турнира – дети из различных школ республики. Жирасский район, школы номер 1 МАГАС, лицей МАГАС, гимназия МРМ, школы 19-12 города Назрани, школа номер 1 города Икажево. Выражаем признательность родителям детей и учителям за воспитание детей в духе патриотизма, привитие им нравственных идеалов и ценностей. А для Евгения Мирманова из Алтая 28 мая – двойной праздник. Сам турнир он создан в честь 28 мая, это день пограничника. И да, могу сказать, что у меня в этот день рождения, то есть у меня отец сам пограничник, и для него как счастье это получается. Ну, как подарок подарили на 28 мая. Я, получаю тут уже 6-й год и привык к ингушетии, к ингушам. Вот. Тут все радуют друг друга, доброжелательные люди. Возрастные категории участников от 14 до 16 лет играют по олимпийской системе на вылет. Для победителей и призеров турнира приготовлены медали и грамоты. Адам Мережков, Абдулла Халухоев, Новости 24.